Всем привет, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодня у меня на мониторинге рублевый майнинг. Работает он 5 дней. Значит, и нам при регистрации дается на депозит 100 рублей. Вот 100 рублей. Так, регистрация здесь простая. Логин, имейл, пароль. Значит, ну, по вкладочкам здесь у нас... Ну, здесь последние депозиты. Я закинула сюда, друзья, 10 рублей. Вот здесь все в реальном времени. Мой логин. Как бы. Так, ну что, здесь новости у нас. Что-то мне компьютер тянет. Значит, старт был 7 июля. Значит, здесь о проекте. Это все можно прочесть. Я уже не буду все зачитывать. Так. Вопросы-ответы. Это все прочтете. Правила. Выплаты. И тут это идут. Так, сегодня у нас 12-е, да. Ну, вот минимальный вывод на Payeer рубль. И плавненько люди выводят. Значит, и платит проект. Здесь контакты, электронный адрес. Я разойду. Значит, ну, это профиль. На балансе пока у меня баланс аккаунта по нулям, так как я только что зарегистрировалась. Так, здесь вкладочка «Вывод средств» у нас. Выбираем платежную систему. Здесь на галочку. Выберите систему. Payeer, Яндекс и Киви. Я работаю с Payeer всегда. Ну, так. Далее, здесь депозиты. Вот я делала депозит на 10 рублей. Здесь создать депозит. И выбираем платежную систему. Вот. Я на Payeer. Как бы. Вот. Мои рефералы. Находится партнерская ссылочка. Партнерская программа у нас 8,3. Да, 8,3%. Так, в настройках мы указываем платежные реквизиты. Здесь Яндекс, вот Payeer и Киви. Далее история. Ну, в историю мне еще пока что все пусто. Так. Значит, возвращаюсь в мой профиль. Так, а где? Так, 100 рублей. Подождите. Депозиты. Вот здесь, смотрите, ниже. Вот 100 рублей нам бонус. И как бы еще по нулям. Вот активен он. Будут начислять 0, по-моему, .01%. Можно работать без вложений. Накапает рубль. И ставим на вывод. Я же пополнила на 10 рублей. Вот у меня 4% в день будет капать. Как накапает, что на вывод, я проверю, будет что выводить, когда. Вот такой вот проект. Был такой, два таких аналогичных проекта, только названия разные. А так вот интерфейс, это все точь-в-точь. Ну, работали так, я не хочу сказать, что плохо. Нормально, как бы, ну, я во всяком разе в плюсе была. Вот. Ну, посмотрим, как этот поведет себя. Если будете делать депозит, мой вам совет. Большие суммы не вкладывать. Как видите, я большими суммами не рисковала. Закинула только 10 рублей. В случае чего мне 10 рублей потерять не жалко. А большими суммами нечего рисковать в таких проектах. Вот. Ну, в принципе, на этом все. Кому интересно, пользуйтесь. Неинтересно, проходим мимо. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.